Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев, и на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами добиваем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного проекта. А если удобно отслеживать проект в соцсетях, то подпишитесь на мои группы «Заработок в интернете без вложений» ВКонтакте, Телеграме, Фейсбуке и Твиттере. Сегодня мы с вами получаем 75 токенов от проекта PlannerScape. Это в эквиваленте $15 США. Этот проект расположен на платформе биржи LaToken. И так как мы с вами постоянно принимаем участие в аирдропах от этой биржи, прохождение этого аирдропа у нас не займет много времени. Биржа LaToken уже давно работает. И удобство заключается в том, что после того, как мы сделаем аирдроп, токены по его завершению придут прямо к нам на кошелечке, вот сюда, на биржу. И здесь же мы сможем решение принять, либо их продавать, либо держать. Единственная трудность в том, как пройти две степени верификации, а точнее подтвердить электронную почту. Это не составит труда. Тир 1 и тир 2. Я это уже давно сделал, у меня все подтверждено. А вы легко это сможете сделать, если пройдете на страничку моего канала и посмотрите вот этот видеоролик «Биржа LaToken. Регистрация». Здесь все понятно и доступно рассказано. Но если речь пошла о аирдропах, которые проводятся от бирж, обязательно примите участие вот в этом проекте. 7500 тысяч долларов от биржи Bitstack. Этот видеоролик вы также найдете на главной странице моего канала «Заработок без вложений». Вкратце расскажу, что эта биржа уже работает. Это филиал от биржи Bittrex для азиатских регионов. И мы здесь до 31 марта имеем возможность собирать бесплатно токены. Просто логинись ежедневно на бирже. Все подробности увидите здесь. А теперь непосредственно к аирдропу. Проходите по ссылочке, которую я оставлю в описании, где написана регистрация, и попадаете в Telegram-бот. И нажимаем «Запустить». Первым делом нажимаем на эту ссылочку и вступаем в Telegram-чат. Присоединяемся к группе. Возвращаемся обратно к боту. Нажимаем «Да». Далее проходим по этой ссылочке и вступаем в твиттер этого проекта. Нажимаем «Читать». Возвращаемся обратно к боту. Далее вставляем имя пользователя в твиттере, но обращаю ваше внимание, без собаки. И отправляем. Далее по ссылочке проходим в Facebook этого проекта. Нажимаем на пальчик «Нравится». Автоматически подписка оформлена, так как два окошечка загорелись синим. Возвращаемся к боту и нажимаем «Done». И теперь нам нужно перейти по ссылочке на YouTube канал, поставить у них лайк, посмотреть видео и, исходя из информации видео, ответить на вопрос. Выбрать вот из этих трех ответов. Давайте перейдем по ссылочке, поставим лайк, посмотрим видео до конца и вернемся обратно к боту. Здесь нажимаем на второй ответ. Теперь переходим по этой ссылочке и подпишемся на рассылку. Заполняем имя, фамилию, адрес электронной почты, которую мы использовали при регистрации на бирже LaToken, и нажимаем «Subscribe». Здесь нам сообщили то, что на электронный адрес было выслано письмо, где мы должны подтвердить свою подписку. Переходим на почту, обязательно проверьте спам, если вы не видите сообщение, и нажимаем вот сюда вот «Here», подтверждаем. Подписка успешно подтверждена. Переходим обратно к боту и нажимаем «Done». После этого бот попросит вставить еще электронную почту, которую вы только что подтвердили, и отправить. У меня, по-моему, это уже автоматически сделалось, и поэтому мы видим вот такое вот меню. Итак, мы видим, что 25 токенов мы уже заработали, можем заработать еще 50, приглашая друзей по реферальной ссылочке. Реферальная ссылочка будет у вас чуть пониже. Давайте нажмем «Баланс», и видим, что баланс 25 токенов, 0 приглашенных друзей, и, соответственно, до 20 друзей можно пригласить. На этом все. Кому была полезная информация, обязательно поставьте лайк. А если вам не понравилось видео, можете поставить дизлайк. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. На все я постараюсь ответить. До следующего проекта. Пока-пока.